потихонечку начинаю готовить подарки к Рождеству супругу. И вот я получила посылочку, где один из подарков. Я хочу ему сделать несколько, чтобы под елочкой лежало побольше коробочек с сюрпризами. В общем, заказываю нужности, на которые вроде жалко денег потратить самому, но это надо. Ой, а что он такой грязный? Сейчас попробую оттереть. Вот такой вот First Aid Kit, аптечка в автомобиль, а также можно с собой брать в поход. У меня муж любит, увлекается хайкингом, вот можно с собой брать в горы. Давайте посмотрим. А, они тут запаковали так, что я не смогу открыть просто так. Ладно, сейчас я вскрою и включусь снова. В общем, не получится мне открыть для вас, потому что надо разрывать эту пластиковую веревочку. Я не хочу все-таки подарок. Пыталась только что оттереть вот эти черные полоски, они не оттираются. Но я не хочу заниматься этим, возвраты, обмены, в машине возить, все равно что-нибудь да вымажется. В общем, вот большой список, здесь порядка 200 единиц наполнения. Вот такой вот наборчик. Кому интересно, я ссылочку оставлю внизу. Я покупала это на Amazon. Да, 200 единиц внутри. Вот, можно использовать для дома, в автомобиль, брать с собой, в общем, куда угодно. Он такой легенький, водонепроницаемый. Я думаю, будет здорово. И еще была на этой неделе на приеме у дерматолога. У меня есть небольшие проблемы с кожей, и, в общем, она мне назначила умываться вот таким вот умывалкой. Посмотрите, я почитала отзывы на сайте, люди все довольны. У кого очень чувствительная кожа, какие-то есть пересыхания, высыпания, очень рекомендую. И цена хорошая. Ну, в общем, я сначала ее протестирую, потом вам полностью расскажу свое мнение об этом средстве. Ну, в общем, пока это все. В общем, подготовки к Рождеству, к Новому году идут полным ходом. Вот я купила вот такую упаковочную бумагу. Merry Christmas. Вот такие разные ленточки. И набор... Блин, придется пошуршать. И набор вот таких вот разных бантиков. Их здесь 20 штучек. Вот даже, по-моему, здесь должен быть прайс, чтобы вы понимали, какие здесь цены на все. 2,47 на 20 бантиков. Как бы так, чтобы свет не падал. Вот, на 20 бантиков 2,47. Вот эту штуку я купила за доллар. Вот, 97 центов плюс налоги. Ее здесь получается сколько? 40 square feet. Вот такая бумага. И вот эту штуку, вот рибонцет, ленточки, 2,47. Получается 8 разных цветов, 2,85 метра. Вот. Потихонечку начну запаковывать подарочки. А я встречалась сегодня с подружкой, которая живет на той же улице, где и я, но мы видимся крайне редко. И она мне вручила вот такой вот рождественский подарочек. Я хотела его положить под будущую елочку и открыть на Рождество, но она сказала: нет, открываю уже, нечего тянуть, поэтому предлагаю открыть ее вместе. Ой, так, конечно, не хочется снимать, открывать. Хочется потерпеть, но ладно. Даритель попросила сделать это сейчас, сделаю это сейчас. Оп, о май гад! Какие-то тапочки! Класс! Боже, какие они классные! Что у нас здесь еще? Вкусняшечки какие-то. Конфетки или что это? Похоже, как шоколадные конфетки. Это еще не все. О боже! Крем! Что она мне тут наложила? И носочки. Шерстяные носочки. H&M. О, вообще, смотрите, сколько подарков. Так приятно.
Капец. Я аж как-то неудобно, блин. Так меня задарила подарочками. Супер. Я вот уже не могу, я не знаю, минут 10 уже сижу вокруг этих подарков и не могу, у меня все аж это, я не знаю, слезы умиления. Я не, померила, такие тепленькие, уютненькие. Сейчас все срежу и буду их одевать. Я по дому ходила в носочках, теперь буду ходить в таких тепленьких тапулечках. Я уже где-то с месяц мажу руки баттером для тела, а все потому, что у меня крем для рук закончился. А я не могу купить новый. А почему не могу? Потому что не выезжаю. Я не выезжаю по магазинам, а когда выезжаю, просто забываю, что у меня нет крема для рук. И мажу этим баттером. Оно не подходит, оно помогает увлажнить руки буквально на секунды. Ну, в общем. И тут я получаю крем для рук. У меня просто нет слов. Вроде мелочи, а так приятно. Поэтому... делайте мелкие приятности своим близким, друзьям, знакомым. Это просто невероятное чувство. В нашей коллекции рождественских украшений появилась вот такая юбка для елки. Вот ее цена. Вот такая красота. Купила я такую вот игрушечку, именной носочек. $3. И купила еще гирлянды. У нас 100 штучек разноцветные. На елочку. И для дома купили. Покажу. Вот такие вот крючочки в ванную на дверь. Вот на дверь вот так вот вешается. Ну и сюда полотенечко, халатики. Вот такие покупочки.